Расскажите, что здесь, какие проблемы в квартире? Ну, перепад в коридоре, вот между спальней и вот здесь, вот этой точкой, здесь 5,5 сантиметра перепад. Здесь дальше идет, видимо, остался мусор, и вот камушки. Их очень много, мы еще особо не ходили, но их видно. Вот он, камень уже провился, кто-то наступил. Вон дальше, вон, если вот так присмотреться, то их очень много, этих камней. Просто здесь еще особо никто не ходил, поэтому где-то не наступали, а вот где, видимо, наступали, вон они все проявляются. При солнце их очень хорошо видно. Там не ходили, поэтому... То есть линолеум очень быстро порвется, потому что... Ну, конечно, он продырявится, порвется и... Да, камень прям вот большой, и видно дальше, то есть не знаю, насколько камера передает. Вот, то есть прям очень большие такие. Вот даже стены, смотрите, вон они прям видно. Вот стены, смотрите, вот один за ним, второй. Ну, то есть здесь весь линолеум надо просто снимать. Вот, смотрите, до какой степени большой здесь камень. То есть это, во-первых, на это ни мебель не поставить, во-вторых, это при ходьбе это просто порвется. Вот здесь, да. Насколько здесь кривой пол, перепад, видно даже вот по порогу входной двери. Вот ванна по отношению к стене, она просто здесь даже не сходится, в стене какая-то непонятная ниша какими-то. И в итоге... То есть это даже силиконом или чем-то, это просто не заделать, вот. То есть там она примыкает, а здесь такая вот дыра. То есть вся вода будет просто литься. И стены кривые, выключатель вот. Вот же и вот в таком виде. Отделки нет. Вокруг пена. Следы от скотча. Это еще надо как-то самим жильцам доделывать. Здесь просто бетон. На стенах обои все вот в таких пятна, блики, то есть видно, что это как клеем измазано все. Здесь даже вот в подъезде прям выходишь и чувствуется, насколько вот уклон пол прям кривой.